Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить кабачковые оладьи с овсяными хлопьями. Почистила кабачки и убрала серединку. Натерла кабачки на крупной терке. Солю. Перемешаю и оставлю, чтобы кабачки пустили сок. Прошло 15 минут, и сколько сока вышло из кабачков. Сок я отжала, кладу 2 яйца и добавлю 1 стакан овсяных хлопьев и отставлю в сторонку, чтобы овсянка хорошо набухла. А в это время приготовляю остальные ингредиенты. Нарезанный лук и зелень и натертую на мелкой терке морковь и чеснок добавляю кабачкам и хорошо размешиваю. Также добавляю 4 ложки муки и молотый черный перец. Все хорошо перемешаю. В хорошо разогретую сковороду наливаю растительного масла и формирую ложкой оладьи. На сковороде поправляю тесто. Прижимаю, чтобы было потоньше. Накрываю крышкой. Переворачиваю оладьи. Так поджарились до золотистого цвета. Хорошо держат форму, не распадаются. А вот взялись оладьи за руки и не отпускают друг друга. Но я их все равно посоединила, перевернула. Обжариваю на медленном огне, чтобы хорошо протушились внутри, накрывая крышкой. Вот пожарились, выкладывая оладьи на тарелку. Румяные такие, красивые, ароматные оладьи получились. Вот такие, смотрите. А вот в разрезе. Такие нежные и очень вкусные. Но при том бюджетные и сытные. Готовьте с удовольствием такие оладьи. Друзья, до встречи в новых видео. И всем пока-пока.